У меня есть одна новая песня. В данном случае я бы хотел ее спеть, ну, в честь Сережи и Тани, потому что эта песня, это стихотворение называется «Музыкант» и имеет к ним прямое отношение. Музыкант играл на скрипке, я в глаза его глядел. Я не то, чтобы любопытствовал, я по небу летел. Я не то, чтобы от скуки, я надеялся понять, как умеют эти руки, эти звуки извлекать. Из какой-то деревяшки, из каких-то бледных жил, из какой-то там фантазии, которой он служил. Да еще ведь надо в душу к нам проникнуть и поджечь. Отчего ж с ней церемониться, чего ее беречь? Счастлив дом, где пение скрипки наставляет нас на путь и вселяет в нас надежды, а стальное как-нибудь. Счастлив инструмент, прижатый к угловатому плечу. Почему благословению я по небу лечу? Счастлив тот, чей путь недолог, пальцы злы, смычок остер. Музыкант, соорудивший из души моей костер. А душа уж это точно, ежели обожжена, справедливее, милосерднее и праведней она. Справедливее, милосерднее и праведней она. Спасибо. Замечательно. Поблагодарим Булата Шаловича.